Финты, которые будут полезны для разных позиций. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить финты для следующих позиций. Ну и первый на сегодня – это финт Зидана. Этот финт очень хорош для смены вектора атаки, поэтому им регулярно пользуются игроки центра поля и нападения. Второй на очереди – перекат с ноги на ногу. Этот финт постоянно делают игроки атаки и флангов. Ну и последний на сегодня – это переступы. Правильнее всего исполнять этот финт на большой скорости, поэтому это один из самых нужных финтов для фланговых игроков.